24 марта в Центре народной культуры аула Кашхабль было многолюдно. Здесь прошел ежегодный региональный отборочный тур фестиваля конкурса детского и юношеского художественного творчества «Звездочки Адыгея». В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители различных жанров и направлений – вокал, хореография, инструментальный жанр, цирковое искусство, художественное слово. Фестиваль за годы своей работы стал одним из самых крупных и ярких проектов Республики Адыгея, в котором принимают участие представители культуры стран ближнего и дальнего зарубежья, а также субъектов Российской Федерации. Сегодня победители отборочного этапа примут участие в следующем этапе фестиваля-конкурса. И мы надеемся сегодня услышать и увидеть новые звезды на нашем музыкальном Олимпе. Критерии общие для всех номинаций – это и артистизм, и музыкальность, и подача самого материала. Когда ребенок выходит на сцену, и вот когда он понимает то, что он делает, это сразу привлекает внимание зрителей, и они получают новые эмоции от увиденного. Добрый день, дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас на нашем празднике детства и творчества, таланта и оптимизма. Мы открываем районный фестиваль-конкурс «Звездочки Адыгеи». Сегодня на этом мероприятии зажгутся маленькие звездочки и созвездия талантливых и смелых молодых людей. Итак, наш конкурс проводится по следующим номинациям: вокал, инструментальный жанр, хореография, цирковое искусство, художественное слово. В каждой номинации три возрастные категории. Первая возрастная категория – от 6 до 9 лет. Вторая возрастная категория – от 10 до 16 лет. Третья возрастная категория – от 17 до 22 лет. Оценивать наш конкурс будет самое беспристрастное и компетентное жюри. С приветствием выступила ведущий специалист Центра народной культуры Республики Адыгея по культурно-досуговой деятельности и массовым мероприятиям Лариса Гедугошева. Всех участников поздравляю. Сначала желаю вдохновения, желаю успешных выступлений, а зрителям ярких новых впечатлений и настроения. А также хочу всех коллег поздравить с наступающим профессиональным праздником, Днем работника культуры. Дети с огромным удовольствием показали свое мастерство как сольно, так и в ансамблях. Участники продемонстрировали не только блестящую игру на сцене, но и свое хобби. Рисунки, изделия из бисера, аппликации и множество различных подделок. Фестиваль прошел в дружественной и доброжелательной форме. По результатам отборочного тура гран-при завоевал образцовый ансамбль народных инструментов «Натырбовские лошкари» филиал сельского дома культуры села Натырбово. Лауреатами первой степени стали Андрей Глинчев, Айнара Бзасежева, Галина Очкасова, Анастасия Силантьева, Лаврентий Шустров, образцовая цирковая студия «Ритм», хореографический ансамбль «Стауч», Нафиса Ешева, Милана Гумова. Остальные участники стали дипломантами различных степеней и обладателями дипломов за участие. Второй этап конкурса пройдет в городе Майкоп, где примут участие конкурсанты, прошедшие региональный отборочный тур. Публика поблагодарила ребят бурными аплодисментами, а мы желаем всем участникам фестиваля творческих успехов, незабываемых впечатлений и вдохновения.